Всем привет! Вы на канале Акварелька. Сегодня мы в Фикс-прайсе. Это город Дентравград, порт Черемшан. Ну и посмотрим, какие здесь новиночки завезли. Какая цена. Вот еще такой домик. Смотрите, разновидность. Ой, грибной домик. 149 рублей. Садовых там много, конечно, фигурок. Многих переделывают, знаю. Вот светильники по 149. Должны еще какие-то новые завести. Ну, вот какие есть, такие показываю. Горшок для цветов тюльпан. Это доломит. По цвету вижу только розовенький. 299 рублей. Ну, он такой гладкий. Да, красивый. Да, еще вот такие вот новые. Кашпо по 249. Они рельефные. То есть вот эта часть верхняя вынимается. И по цвету, вот вы видите, три цвета. Стой и падай. Садовый секатор 199 рублей. Ручка у них тут вот разноцветная, выбрать можно. Так. И много я тут уже показывала. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Поддержите канал на Яндекс.Дзен. Там качество видео гораздо лучше и выходит в первую очередь все новинки с нашего города Димитровграда. Крючки садовые 4 штучки 79 рублей. Ну вот мне надо их несколько штучек. Так, сколько? Да, 4. Плащ-дождевик 55 рублей. Есть детский дождевик 149 рублей. Вот он такой простенький, у меня вот получше как-то был, но тоже все равно порвался. Спрашивали на обувь, есть ли каких-то есть фиксах. Но тут вот я смотрю, не знаю, есть, нет. Нет, на обувь специальной защиты. Вот такие украшения искусственные в горшочках, 199 рублей. На любой вкус, с ландышами, с розочками, со всякими травками. Ну, вот эти с травками-то подороже, 249 будет стоить. Свечи 149 . Вот такие вот есть свечи. И, кстати, вот такие завезли. Подсвечники малюсенькие. Так, вот я даже не знаю, цена какая у нее. Ну, в районе, наверное, 99 рублей. Вот две только вижу. А вот еще. Часы. 299, фоторамка написано. Часы, фоторамка. Птички. Невелички, 149 рублей. В греческом зале. В греческом зале декоративная фигурка 299. Аполлон стоит один. Еще одна новиночка. Появились прокладки. Малпет Ультра Норма 149 рублей. Это Турция. Произведено в Турции. И также вот из этой серии можно купить ежедневные прокладки. 60 штучек 199 рублей. Ну и по карте Ола 120 рублей. Здесь два вида. Есть без аромата, а есть... с лепестками акации. Было 99 ежедневной прокладки, 7 штук. Пока самые, наверное, дешевые. Так, ну я хочу турецкий попробовать. Я самая, 59. Ватные диски, 100 штучек. А вот еще какие есть, 59. Я по картинкам смотрю еще. Так, ежедневные прокладки. Виви. Нормальные, с Део, 59 рублей 20 штучек. Но они тут вот разные, смотрите. И дискрит 149, 40 штучек. А, кстати, смотрите, Ола разобрали 68, да, прокладки. Так, гель для душа Парли.
350 миллилитров, 79 рублей. Так, вот такая вот. Косметика, кстати, они здесь, смотрите, несколько видов имеются. Вот с таким вот ароматом. Здесь что ли попробовать одну. А то у меня все фаберлик. Так, вот это вот солевой скраб. У меня есть жиросжигающий. 99-250 грамм. Вот. Полежал, да, и похудел. Интересно. Так, вот еще вот такой вот гель для душа. Витамил гель для душа. Здесь какао, ваниль. Шоколадный. 85 рублей по карте. Кокосовое натуральное масло для ухода за кожей и волосами. 149. Вот такой вот, смотрите, бессульфатный шампунь. Придает блеск, объем. Присутствует здесь кератин, масло семян, смородины. 79 рублей, 300 миллилитров. Так, ну и вот такой вот еще шампунь по 79. Разных видов. Есть бальзам и шампунь. Смотрите, появились челмы вафельные, вот такие вот, 99 рублей, 63 на 24. Так, Фикспрайс завезли новые стиральные порошки. Смотрите, какой здесь ассортимент. Лоск, ароматерапия, эфирное масло, орхидея, масло, макадамия. А здесь 2 килограмма 700 грамм, 300 рублей. Но вот сарма вроде тоже по такой цене. Маленькая 99, 800 граммов. Так, еще вот это вот новенький для автомата. Ирма, универсальный стиральный порошок. Ну, цена, наверное, в пределах таких же. Еще есть детский стиральный порошок у нас, это ушастый нянь. Ушастый нянь по 99 есть, и вот эти вот я уже показывала в своих обзорах. Кондиционеры, гели для стирки вот такие вот по 99. Эленор 149 детский. А это суперконцентрат, здесь гипоаллергенный. А и здесь сколько литров? 800 миллилитров, литра нет. Еще лоск есть вот такой вот Вернель концентрат. Кондиционер для белья 299 рублей уже стоит. Так, вот средство для стекол есть. 79 рублей, 750 миллилитров. Ну и вот такой вот по 149. Мистер Чистер. Но они какие-то не совсем полные у них. Но это во всех вот магазинах, я смотрю, так. А еще Глейд, смотрите, есть 299 рублей. Вот такой вот дезодорант. Или как он называется? Освежитель воздуха. Вот 299 рублей. Но Глейд вроде раньше не было в Фикспрайсе. А вот еще по 149. Вот такой вот. Вот от ржавчины есть средство 99 рублей. Спрей для стекол 79 рублей. Вот такой вот еще есть. Ну вот это вот средство Санита спрей для стекол 500 граммов 79 рублей. Я так поняла, это для автомобиля. Здесь с нашатырным спиртом идет. Чистота без разводов стекла, зеркала, приборные доски и пластика подходит. Обзорно покажу. И цены на туалетную бумагу, они вроде бы не поменялись, такие же, как в моих прошлых обзорах. А, ну вот это вот Софионе туалетная бумага, 4-слойная, 8 рулонов, 199, вот по карте цена. А Папе 5-слойная, 8 рулонов, 299 рублей будет стоить. Ну и можно купить подешевле тут. Вот туалетная бумага Ова, которая перекочевала из светофора, 79 рублей. Ой, нет, это, наверное, влажные салфетки. Нет цены. Но дешевле, чем Папе.